в этот же день происходит такая ситуация. Ко мне ломится кто-то в двери. Огромнейшие стуки. Я промолчал, и когда через время мне человек звонит, буквально через час звонит и говорит: ты знаешь, кто это был, к тебе ломился? Я говорю: нет. Говорит: к тебе приехало 9 орков с автоматами. Все перепугались, а наш двор начал между собой переписываться по вайберу, кому это они приехали. Третьего числа мне позвонили и говорят: завтра, 24-го, можешь выходить на работу. В этот день выхожу, смотрю, я пошел в поликлинику, надо было. Я пошел в поликлинику, она закрыта. По ходу я смотрю, стоят большие очереди в аптеке, в одну, в другую, третью. Я не понял, я никогда не видел таких очередей в аптеку. Вот, и потом мне друг звонит и говорит: ты слышал, говорит, началась война. Я говорю: как война? Говорит: да. Говорит: у нас Чернобаевку разбомбили, кинули туда бомбы, и говорит, там дым сейчас идет. Вот, говорит, можешь посмотреть. А потом начали закрываться все другие магазины. Все универмаги, любой, куда ты не хотел пойти, все закрытое было. Оборона была на Антоновский мост. Там наши с одной стороны стояли, вот, и обороняли. Там наш танк был, вроде бы как стрелял. Судя по видео, которое я видел, их там немного было, немного. Это было все-таки мало, но они защищали там. На несколько дней, по-моему, они точно защищали там. Сейчас там без власти, и нету кому обратиться в Херсоне. Там, получается, везде только орки, только к ним. Есть еще муниципальная власть. Это якобы там собранная с каких-то непонятных людей. Это не милиция, ну вообще такая вот муниципальная власть. Они ничего не решают, вообще ничего не решают. Я так понимаю, состав оккупационных войск входит там разные. Там и русских полно в их составе, и всякие непонятные. Вот на вид он такие щупленькие, маленькие, вот почти 1,50 м, что-то непонятное, вот какие-то сборные такие войска у них. Я когда выехал с Херсона, уезжал с Херсона, а уезжал я велосипедом. Велосипедом с Херсона в Кривой Рог. Выехал я в 7 часов утра с Херсона. И возле Херсона буквально только выезжаешь, буквально 2 поста ДНРовцы были. Они так и говорили, что они ДНР. Дальше проезжаешь к Никольскому, там еще 3 поста. Получается, до Никольского расстояние 20 километров, и все этих 20 километров всего лишь 5 постов было. А вот от Дарьевки до Береслава у них было каждых 300 метров посты. Стоишь на одном посту, и ты уже видишь то, что у тебя спереди, и тех, которых ты проехал. На одном из этих постов был железный такой вот, как бы сказать, на железной пластине нарисован флаг ДНР. Я, так как самый медленный, получается, ехал велосипедом, меня останавливали буквально чуть ли не на каждом посту вот эти ж ДНРовцы.
И когда они останавливали, они проверяли все. Начиная вот так, документы, паспорт. Потом начинают смотреть твой телефон, что находится у тебя в телефоне. Все просматривает там, и Вайбер, и фотографии. Говорят, ты фотографируешь наши позиции? Я говорю, нет. Потом начинает смотреть тебя, поднимай все, раздевайся, мы будем смотреть тебя на наколки. Какие у тебя наколки? Я говорю, нету наколок. Давай раздевайся. Вот так вот раздевайся полностью, они смотрят, все, нету, одевайся. Потом начинает рассматривать рюкзак. Он у меня маленький, но все равно. Рассматривали каждую вещь. Некоторые из этих орков, получается, их на каждом посту почти меня останавливали все это время, пока я ехал. Все, кому не лень, ДНРовцы. И на каждом посту меня смотрели, и даже на многих постах, несмотря на то, что я везу с собой очень мало, у меня хотели то насос украсть, забрать себе, то хотели бритву у меня забрать на другом посту, то еще какие-то продукты. Допустим, я везу, у меня орехи были. Смотрит, говорит, о, орехи. Говорит, давай мы у тебя заберем орехи. Вот так. На другом посту у меня забрали киви. Говорят, киви, давно не ел киви, я хочу киви. Вот так, забирает у меня киви, говорит, а у нас, говорит, есть яблоки, мы у кого-то там забрали яблоки. Говорит, на тебе яблок. Ну, таким вот образом они. И пропало все-таки на одном из постов, пока они проверяли, зарядка для мобильного телефона. Вытянули так, что я пока отвлекался на их, посмотри, что у тебя в телефоне, покажи нам. Вот. И так не углядел, они зарядку забрали. Я выехал, получается, из Давыдов-Брода. Мы когда пересекли, сейчас я вспомню, как это. Ну, знаете как, я когда ехал, я, получается, предпоследняя станция, то есть предпоследний пункт, который был там, где орки стояли, это было Брускинское, вот, а следующий Давыдов-Брод. И вот на Брускинском стояла вся колонна. Я подъезжал, это оставалось 7 километров до Давыдов-Брода, и вот я подъезжал к оркам и говорил, можно мне проехать на велосипеде, потому что если поедет вся колонна, я буду самый последний, и они все проедут, а я не смогу. А потом вы закроете и скажете, ну, возвращайся, это уже нету пути назад. И меня не пускали. Я и так, и сяк уговаривал их. А потом получается так, что я, когда были в перевалочном пункте в Береславе, ночевал, познакомился с ребятами с Капаней. И эти ребята, я их встретил тут, в Брускинском, и они увидели, что я мучаюсь с велосипедом, меня не пропускают. Они позвали, говорят, Виталь, говорит, ложи велосипед к нам в машину, а сам садись в машину, тоже к ихнему знакомому. Но по пути там была огромная куча велосипедов, которые люди побросали. Там было, ну, скорее всего, не меньше 150 велосипедов. Просто огромная куча по пути, когда проезжали. Вот был такой случай, когда мужчину вытащили с машины и вытащили ДНРовцы, начали, проверили его по списку, начали его бить ногами, бить руками. Он упал, они ему переломали на пальцах, пальцы переломали и кисти попереламывали на руках. Смотрели на его отпечатки, вот, то, что
как он воевал, кричали ему, что ты 8 лет вы нас убивали, говорит, теперь мы тебя убьем. И они достали у этих знакомых, спросили, можно у вас взять пакет. Они дали пакет, они надели на этого мужчину пакет на голову, и он был уже на полу, они ему связали руки, начали избивать его ногами, наставили на его автомат, но, скорее всего, людей этих, человека этого убили. И не только этого, люди рассказывают, там из-за одного человека, который был в АТО, убивали целую семью, всех, и его жену, их детей. Ну так они убивают наших людей. Меня высадили. Вот. И в Кривом Рогу я не знаю города и не знаю местности, куда и что, где мне, как ночевать. Я в первую очередь подумал, что переночую, наверное, либо на ЖД вокзале, либо на автовокзале. Ну а так как я не знаю города, я думал, как это все найти. Первое, что я когда и шел, я увидел, тероборона была. Вот, они были военные, стояли с оружием. Я подумал, что, скорее всего, они будут знать, где можно вот, переночевать, где какой пункт. Я подошел, у них спросил, представился. Они мне сказали, что быстро буквально ребята нашли, буквально за несколько минут, говорят, поехали. Говорит, сейчас мы тебя определим, вот у нас есть где, говорит, волонтерский центр, там тебя накормят, там ты будешь жить. Я приехал в этот центр, меня быстро поселили, вот, накормили. Там очень хороший центр, просто можно было бы сказать, это не центр, а рай, потому что там и кормят, и есть где ночевать, и ты покупаешься там. Просто и люди те, которые приехали, все такие хорошие, отзывчивые. Вот. Никого я не встречал плохого там людей. Я еду сейчас в Одессу к своему сыну. Ему 26 лет, он в теробороне. Ну, если получится, я попробую, может быть, он поможет устроиться либо в тероборону, либо пойти в войска. Конечно, лучше было бы в войска. Потому что эти орки, против их надо только воевать. И все-таки мы выиграем. Потому что наш народ непобедимый. Украина понад усе.